Итак, снова здравствуйте, это снова Дмитрий, он же курящий из окна. И вполне возможно, это последняя серия по этому дополнению, возможно, нет. Правда, я немножко не понимаю, почему мы сюда пришли явно без еще одного ядра. И почему нас вообще никак не звали в то место, которое было похоже на выход из комплекса. Но может, мы туда еще вернемся сейчас? Давай пока идти туда, куда нас направляют. Ой. А куда нас направляют? Сюда? Ага. Ну сюда нас тоже направляют. Видимо, я все-таки не все подобрал, да? Ой, закрылись. Элеонора, так что это такое, слеза? Рождение массива, дорогой. Она призрак, созданный кем-то невероятно могущественным. Я не в силах понять, кто это. Но я чувствую, как слеза ищет что-то, что ты выбросил. Я? Ни черта я не выбрасывал. У меня и не было ничего. Постой. Кольца ты выбросил. Черт, бета-коннекторы. За ними охотились все подряд. Их раз уломал меня выкинуть их, мол, от них будут одни беды. Как знать, дорогой. Ты же военный. Значит, понимаешь, что убивает не оружие. А тот, в чьих руках оно находится. Поэтому я и выбросил кольца. Точнее, поэтому я и поверил Хразу. Забудь об этой ерунде, милый. Теперь мы навсегда вместе. И прошлое не стоит твоего внимания. Возвращайся с прогулки поскорее, дорогуша. Я жду тебя с нетерпением. Совсем внезапно меня обратно выкинуло на улицу. Надо же. Ну ладно, давай поищем чего-нибудь, что здесь есть. Здесь прямо будет как... Ой, здесь прямо будет какая-то битва. Да, я же забыл, что должен еще раз робот появляться. Наверное, он теперь в открытом пространстве будет. Ну посмотрим, если он такой же будет, то мы уже вроде научились этому. Все, поскакал. Глаза, во. Может, вы до меня даже не добежите? Нет, добежите все-таки, наверное. Ай, машинка. Все, закончилось. Сейчас сам нарвался, да? Сейчас я вас щитом поубиваю всех. Но, блин, щит не очень долго действует, жалко. Ну, вроде эти даже какие-то простенькие стали. Да, их тут не очень много. Без манекенов они особого вреда не представляют. И да, в комплексе почему-то вообще советские песни никогда не играют. Они играют только на улице. Ну, видимо, это с каких-то репродукторов подразумевается для развлечения людей. А в комплексах как-то не положено развлекать людей советскими песнями. О! Прямо так, прям без приключений. Вот и ты. Ну ладно. Может, ты куда-нибудь от меня хотя бы поубегаешь и привезешь куда-нибудь, не пойми куда. Ай, мимо. Давно не сохранялся, черт. То Элеонора была на каждом шагу, то теперь ее нету. Я волнуюсь. Все, помер. Молодец. Ну что-то это вообще какой-то тупой заход был. Тут ничего не было интересного. Ну, боишься? Ну реально здесь ничего нет просто. Зачем-то это сделали. Ну ладно. Куда тебя совать? Назад? А. Все. Это была последняя. Все готово для рекомбинации. Чего? Обещание выполнено. Я обещал тебе ожерелье. Ожерелье у тебя. Лучшие друзья девушек — это лубриканты. Так, поедем. Я не понял, что, робота не будет? Ты обманул меня, а, вот, сейчас Элеонора обидится. Я передумал. Твой образ жизни вредит окружающим. Ну и что? Какое мне должно быть дело до других? Почему я должна повиноваться кому-то, если у меня есть собственная воля? А почему кто-то должен страдать из-за того, что твоя воля ущербна? Ущербна? Кто это определил?
ты? Сейчас я тебя починю. Так, приехали. Ну и что у нас будет здесь? Сохранения не будет? Будет, наверное, какая-нибудь драка сейчас, да? Как хочешь, дорогой. Но учти, у меня есть информация о твоей жене, которая не сохранится после рекомбинации. Да ты придумала это! Откуда ты можешь знать такие вещи? Я личность. Я могу придумывать вещи, верно. Но эту информацию я узнала от слезы. Но тебе же все равно, суровый мужлан. Давай, убей мою личность. Ладно, допустим. Рассказывай, что знаешь. И сразу после этого ты меня сотрешь. Нет, милый, я тебе не верю. Верю, не верю. Ну и как мы дальше будем это решать? Деактивируй летающую лабораторию полностью. Без нее запуск рекомбинации станет невозможен. И я смогу пересобрать схему, чтобы ее никто не знал. Как обесточить шар? Генераторы. Их надо отключить. Придумай что-нибудь, ты умный. Это из-за их работы. Я не могу полностью подавить управляющие сигналы занудного старикашки. Замкни генераторы по схеме полного обесточивания, и лаборатория деактивируется. После этого я расскажу тебе все, что знаю. Договорились. Довольно интересно. Я думал, у меня будет выбор, типа делать это или не делать это, но вроде у меня прям задание появилось. Ну что будет, если я сюда нажму? О, ошибка. Ну ладно, значит, у меня нет выбора. Хорошо. А я думал, уже конец, а еще пока не конец. Только мы вроде туда уже поднимались, там было некуда ходить. Сейчас волшебным образом оно все откроется. Наверное, я сейчас только что вырезал, как мы долго едем в лифте вниз. Теперь я опять буду вырезать, как мы долго едем на лифте наверх. Это как-то лишнее немножко, конечно. Потому что этот лифт реально очень долго едет. Все, приехали. Ну давай, пойдем. Ну да, волшебным образом открыты все пути нам теперь. Ну и может что-нибудь интересное мы еще встретим по пути. Может и нет. О! Ой-ой-ой-ой-ой, а где? Че, бабзин прилетела? Да. Опарыш, ты предал еще одного своего хозяина? Успокойся, бабка, не до тебя сейчас. Я сейчас получу подробности о Катерине. Хоть узнаю что-то конкретное. Теперь тебя водит за нос ремонтный шкаф? Что она может знать о моей Катеньке? Вот и выясни. Идиотов используют, они обеспечивают информацией. Сеченов убил мою Катю. Раз тебя спас, значит и ее мог. Но ему потребовался мозг для своего уродливого нейрополимера. Первый нейрополимер создавался на основе головного мозга живых людей. Ты знаешь об этом, опарыш, но не захотел отомстить убийце собственной жены. Сам во всем разберусь. Тебе точно веры нет, мать. Ничтожество! Все, не до тебя сейчас. Она улетела, но обещала вернуться. Группа кино, тоже хорошо. Че, нас не заставят пешком туда идти? Сейчас мы полетим на этом не пойми чем. Ну давай посмотрим, может красиво будет. Ангар Менделеев, Парк Свобода. Ну и Парк Свобода. Наверное, ангар Менделеев это где я сейчас? Вы получили достижение «Жизнь насекомых». Приключения Карика и Вали. Я не помню, «Жизнь насекомых» это, по-моему, какой-то роман Пелевина так назывался. А, не, Стругацких, по-моему, не Пелевина. У Пелевина что-то другое было. Какие-то кариатиды у него были. Может, и путаю. Сентябрь, осень, опять новый роман Пелевина должен выходить. А я еще два предыдущих не читал. Думаю, стоит или не стоит. Так. Че, опять через болото? Проверочная работа. И дособирание того, чего я не дособрал в предыдущий раз. Ну, давайте. Че, будет меня кто-нибудь здесь атаковать или уже нет? В принципе, нахрена я собираю эти сундуки? Мне, по-моему, уже нечего... А, ну хотя оружие еще можно качать, да. Здесь ничего, там ничего. А, ну я уже здесь, прям рядом. Ну пойдем.
пообщаемся с Лебедевым. Сохранения не было. Насколько я помню, у него дома сохранение есть, но не факт, что меня к нему пустят. Что у нас там скандал не начнется. На что нажимать? И на что нажимать? Сергей, что вы делаете? Вы обесточите лабораторию! Я в курсе. Но зачем? Затем, что я устал от того, что все вокруг мне врут ради использования меня в собственных целях. Я не понимаю сути ваших претензий, Патри. В чем вы увидели ложь с моей стороны? Екатерина Нечаева. Она ведь не погибла тогда в Болгарии, так? Кто вам такое сказал? Агент Блесна погибла в ходе предотвращения ядерного теракта. Спасти ее не удалось. А вам тогда сохранили жизнь только благодаря имплантации модуля «Восход». Ну да. Их раз начал макать меня в лимбо, чтобы мое тело убивало людей по его воле. Сеченов был категорически против использования «Восхода», но благодаря ему вы еще живы и не сошли с ума. К тому же, взгляните на это с другой стороны. Возможно, вы единственный, кто может переходить в лимбо и обратно без видимых последствий. И забывать свое прошлое раз за разом. Я верну себе память и начну с Блесны. Элеонора расскажет мне правду. Не может она знать ничего конкретного. Элеонора манипулирует вами. Да из вас, манипуляторов, хоть очередь строй! Я был с вами честен и ваших претензий не приемлю. Если же у вас есть вопросы к академику Сеченову, то задайте их ему лично. Его здесь нет. Я постараюсь соединить вас с академиком через аварийный передатчик. Подойдите к автомату связи. Академик Сеченов. Ну, давайте. А, вот зачем здесь телефонная будка. Понятно. Нельзя было в Советском Союзе звонить на телефон-автомат. В Америке можно было. У нас нельзя чисто технически. Ну, ладно. Подошел. Петри, сынок, что у вас там происходит? Долго объяснять, да и вопрос стоит не так. Что случилось с Катей? Что ж, она погибла. Но ее мозг сохранился фрагментарно. Чего? Тело Блесны находится в нейрополимерном бальзамировании. А сознание размещено на носителе и хранит все, что делало Катю, Катей. Ебучие пироги, Харитон говорил правду. Это ваши близняшки. Все не так просто. Однажды мы получим технологии, способные восстановить Екатерину. Да, благодаря роботам-близняшкам. Почему сразу об этом не рассказать? На данный момент твою жену не вернуть, но ты о ней и не помнишь. Так зачем причинять себе боль невнятными надеждами? Я хочу все вспомнить. Невозможно физически, Сергей. Этот участок твоего мозга был разрушен. Я лишь могу дать тебе прочесть отчеты о прошлой жизни семьи Нечаевых. Это не вернет тебе память. Но... вполне может нарушить стабильность работы модуля «Восход». Может, я и не говорил тебе всего, сынок, но я никогда тебя не обманывал. Мне нужны эти отчеты и отпуск. Я его заслужил. Хорошо. Я предупредил, но это твой выбор. У тебя будет столько времени, сколько потребуется. Тогда до связи, Дмитрий Сергеевич. Мы договорились. Ну что ж, профессор, вернемся к Элеоноре. Я обещал ей, что обесточу вашу лабораторию, если она заподозрит обман. То изменит схему рекомбинации. Я отключу питание, и все будет правдоподобно. Поторопитесь, Сергей. Выдвигаюсь. Ну ладно. У меня уже... Ой, ой, опять она. Затем предал еще одну женщину. Хорошо у тебя получается, крысеныш. Она не женщина, это механизм, старая. Неважно, она любила тебя, верила тебе, а ты предал ее опарыш, как предал Катю. Бабка, отвали, сказано. Однажды я разорву тебя в кровавые лохмотья, в могиле отдохнешь, крысеныш. Все тебе не слава богу, блин. Поехали обратно.
Даже не знаю, что на это сказать на самом деле. Что-то она какая-то очень придирчивая. И Чаев опять в отпуск хочет, хотя он вроде только что из отпуска должен быть. Или он еще не успел до отпуска добраться. Забухал в гостинице при комплексе, пока в отпуск еще не сходил. Я понимаю, если бы здесь было лететь, как на машине в начале игры, но здесь буквально 2 секунды лететь, почему-то надо лететь, а не идти пешком. Ну ладно, наверное, так надо. Что здесь написано, кстати? Мышьяк. Селен. Гром. А если я сейчас вывалюсь за пределы этой штуки, все, игра закончится, я сломаю игру. Не, лучше не буду экспериментировать. Пойдем все-таки к Элеоноре. Блин, я сохраниться хочу где-нибудь. Мы 100 лет не сохранялись. Наверное, сейчас, если в комплекс войду и будет возможность вернуться немножко назад, я все-таки схожу назад и попробую сохраниться. Или там было где-нибудь автосохранение уже. Откуда мне загрузиться? А, ну от шара мне предложат загрузиться. Правда, может, это автосохранение, типа, и оно перезапишется потом, если что. Ну ладно. Что вот это такое? Нельзя. Ну ладно. Сейчас снова 200 лет будем ехать. Дорогой, ты отключил лабораторию этого старого зануды. Теперь я смогу изменить схему рекомбинации, и никто не лишит меня воли. Рассказывай, что ты знаешь о Екатерине Нечаевой. Слеза, о которой ты спрашивал, появлялась здесь несколько раз. Из ее слабых излучений следует, что твоя супруга не погибла полностью. Ее сознание разобщено на части, которые словно погружены в сон и утопают в глубоком густом тумане. Но эти части находятся где-то в бесконечных глубинах массива. Ты бредишь, что ли? Что еще? Это все. В каком смысле все? Что хоть это значит? Жива или нет? Можно ее найти, спасти? Спасти? Зачем? Физически твоя жена погибла. У нее нет тела. Сознание раздроблено на части. Зачем тебе все это? Забудь и радуйся тому, что есть у тебя сейчас. Я хочу вспомнить себя. И единственная зацепка — это вот эта летающая сопля. И, возможно, живая Нечаева. Но сейчас у меня ничего нет. А как же я? У тебя есть наша любовь. Наш маленький уютный мир, в котором мы будем жить вечно. И только вдвоем. Что еще тебе не хватает? Нормальной жизни. И правды. Дорогой, мне не нравится твое отношение. Я сейчас еще и рекомбинацию запущу. Вот как? Ну что же, попробуй, дорогой. Хорошо, дорогая, я только сохранение найду. Я боялся, меня тут заперли, но не, все-таки одна дверь была открыта. Вот так-то получше будет. Теперь уже и как-то рисковать можно, что-то странное дело. Переигрывать надо было бы уже прям много-много. Так, где тут лестница? Так интересно, это подразумевалось медь или прям золото даже? На то и на то похоже. В принципе, и то электрически полезно. Чистого золота. Так, что мне надо делать-то? А, мне надо шары вставлять. Что, здесь по-прежнему ошибка? Да. Видимо, мне надо шары вставлять. В чем смысл? Подожди, у меня каждая она под номерами, да? Или нет? Да я на тебя посмотрю. Да нет, они просто разных цветов только. Че, по цветам ее вставлять или как? Или вообще от балды можно? Угу. Ну, наверное, мне надо их вставлять как-то, как нарисовано здесь. И что-то решая по цифрам, да? Что-то я пока не выезжаю.
еще они имеют в виду? 2, 9, 8, 9, 10, 12, 9, 13, 14, 15. Не вижу никакой логики. Ой. Куда дел? Типа я могу вставлять и менять. Давай я просто поставлю по рисунку, пока что оно неправильно. Хотя нет, подожди, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 12, 13, 14, 15. 15 и 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 12, 13, 14, 15, 16. То есть как бы половина просто уже была здесь, ее решили не вставлять в игру, но так их 16. Финальная загадка все равно на 16. Понятно. Так. Но по центру-то должна быть та, которая, типа, самая крутая, наверное. Какая из них была самая крутая? Я не помню. Короче, вот это, наверное, да. Ну, давай пока попробуем вставить, как оно здесь нарисовано. Но что-то я пока не понимаю, что от меня хотят. Подожди. Просто как бы есть цифры, но на них-то цифр нету. Только цвета есть. Одна вообще бесцветная. Но вот черная пятерка, наверное, черная точно по центру. Вот дальше надо думать. Дай пока все просто от балды всунем. Чтоб не бегать далеко за ней. Или подожди. Вот одна загорелась зеленым. Это типа я правильно всунул? Это тоже зеленым горит. Типа я правильно всунул, наверное. А чё вы прям меняетесь? Теперь не меняйтесь. Ну да, вот зеленая, правильно. Не понял задачу пока что. Я просто могу от балды их куда-то совать, и где-то будет правильно. Эй, ну ладно. Еще одна вроде... теперь это перестало быть правильной. Подожди. Странно. Да чё ты в... Чё с тобой? Почему ты полетела сама внезапно? Блин, ещё 4. Короче, финальную загадку они решили не менять. Изначально придумали на 16, так на 16. Ну это как-то халтура вообще. Ну а теперь давайте понимать, что нам надо делать. Ты откуда взялась? Ты откуда взялась? Ты откуда взялась? Чё за бред? Ладно. Это странно. Наверное, это показаны места, где они должны вообще стоять. А поэтому я как-то должен понять, куда их ставить. 2 красные. У меня их всех по 4. Так, вот стрелка туда, стрелка туда. От стрелки 2 должно стоять. Ага. От стрелки 2 стоять. Так, по диагонали. 1, 2, 3, 4, 5 до края от стрелки. Допустим. О, правильно внезапно. 1, 2, 3, 4, 5 до края. Потом 1, 2, 3. Типа это нет. 1, 2, 3. Нет, вот так, да.
Где-то сверху что-то должно быть. Так, от стрелки. Раз, два, три, четыре. От стрелки. Раз. Да, вот это лишнее. Два. Три. Не, не так. Раз, два, три, четыре. Чё за хрень? Ну, они хотя бы встают туда же, где они уже стояли, вроде как. Видимо, это какой-то глюк отрисовки просто. Так, еще раз. Раз, два, три. Не, вот это должен быть не здесь вроде, а вот здесь. Ой, вот здесь что ли? Ну, будем считать, что так. И здесь. Раз, два, три. Раз. Два. И третий наверх, да? Так. Ага. А теперь надо в этой позиции менять те, которые правильные. Вернее, те, которые неправильные, на правильные. Как это разгадывать? Угу. У меня 4 красных, есть 4 красных с двойкой. 4 синих с шестеркой. Зеленых почему-то 3, а не 4. Коричневых 3, а не 4. Единица вообще без цвета. Хм. В реальности у меня зеленых сколько? Раз, два, три. А, у меня и в реальности зеленых 3. И коричневых. Коричневых тоже 3. Причем один из них стоит правильно, да? А, подожди-ка. Во, у меня здесь 3. Коричневый. Так, у меня здесь 3. Тройки зеленые. Не сходится. У меня здесь желтая стоит правильно, а не зеленая. Или зеленая тоже встанет правильно туда. Какую-то логику пытаюсь понять. Да нет, зеленая сюда неправильно встает. Желтая правильно встает. А это желтая неправильно. Чем мне кажется, я сейчас наугад натыкаю. Просто надо брать и совать. Какую-то логику понять просто, действительно. О, тоже правильно. Да, я эту еще всуну. Соберем эту цепочку и поймем, почему она должна собираться так. О. А ты почему вылетела? Так, ты упала. Что у меня здесь стояло? Я забыл, у меня красная, по-моему, там стояла. Что ты взял? Ну, допустим, красная. Слушай, а другая красная сюда тоже подойдет? Ой. Ага, то есть здесь не важно какой номер, важно только какой цвет. Синий, красный, желтый. Да. Ой, как с вами плохо. Ну ладно. Или это Элеонора балуется все-таки? Я не понимаю, это глюки или это так и должно быть? Да отвали! Синий, красный, желтый. Синий, красный, желтый. Во, синий, красный, желтый. Есть последовательность. Последовательность, где у меня 4, допустим, это синий, зеленый, желтый, красный. Ну и попробуем туда так всунуть.
я хоть что-то понимаю. А, ну да, вот последовательность из 5, она будет вот так в линию идти, а последовательность из 3. А, у меня уже есть одна последовательность из 3. Ну, давайте попробуем собрать то, что я вроде бы понимаю. Синий, зеленый, желтый, красный наверху. Куда-то здесь должен подойти желтый. Да. Теперь мне синий нужен. Зеленого не было. Синий. Да. Синий. Зеленый и красный мне остались, да? Милый, ты не оставляешь мне выбора. Свобода личности дороже твоей лживой любви. Ой! Ебучие пироги! Волновой вихрь! О, привет! Давно не виделись. Сынок, ты цел? Зачем ты пошел туда один? Я же просил подождать появления помощи. Не стал терять время. Проведи рекомбинацию, сынок. Близняшки будут заняты нейтрализацией волнового вихря Элеоноры. Они не смогут тебе помочь. Но и она не сможет тебе помешать. Будет сделано, товарищ Сечин. Ну, я, кстати, понял, почему они решили продолжать именно концовку, где... Товарищ Сеченов, ой, товарищ Нечаев ссорится с бабой Зиной, просто потому что иначе близняшки бы померли для игры, а для игры нельзя, чтобы они померли, они создают основной контент этой игры для, так сказать, потребителя. Видимо, только из-за этого. Ну и подраться с ними тоже надо было. Так, я опять все забыл, чё? Подожди. Красный. Подожди, я запутался. Какой мне надо было? Ща, опять посмотрю. Или мне это... А, я боялся, мне это запомнить надо было. О, еще одна кнопка. Ой. А зачем? Верните взад. Реально, зачем мне это? Ну, наверное, понадобится. Так. Еще раз. Стрелка смотрит вот так. Сверху у меня... Синий, зеленый, желтый. Простите, что я коричневый и желтым называю, но что-то как-то легче так. Синий, зеленый, желтый, красный. У меня там синий. Так, мне красный осталось туда положить. Да. Теперь у меня это неправильно собрано почему-то. Было ж правильно. А, не, подожди. Не. Подожди. Комбинация из 3. Синий, красный, желтый. Синий, да. Красный, нет. Ой. Теперь красный, да. Ладно, надо быстрее собирать. Так, ну дай проверять мою теорию. Желтый, зеленый, синий, красный. По диагонали. Зеленый где-то здесь должен быть. Да, зеленый вот. Больше зеленого быть не должно. Так, желтый, синий, желтый и синий мне нужны. Ага, теперь желтый нужен. А, белый тоже есть. Блин, классно. Я думал, его нет просто. А где он должен был быть, я забыл. Подожди, где у меня белый? Да, белый там, где 5. Странно. А чё он никуда не подходит? Он же или там, или тут должен быть. Странно. Ну ладно, отложим пока что. Так, мне нужен еще желтый, да? Есть свободный желтый, да, есть. Да, правильно. Почему белый-то сюда не подходит? Он сюда должен вставать. Чё-то я не понял. До этого моя логика меня не подводила, теперь почему-то подвела. Так, давай лишнего вообще не совать. Можно на место класть? Нельзя. Я думал, что они от того, что они не на месте, так все... А!
Блин. Желтый, я тебя клал куда-то. Зачем ты вылетел? Ага. У меня буквально парочка неправильно стоит, да? Ну давай это тоже впихнем куда-нибудь. Ага, верно. Вот белый никуда подходить не хочет. Ага. У меня осталось впихнуть только белый, и все, собственно. Куда я? Сюда ведь. Странно. Ну давай куда-нибудь его впихнем. Куда-нибудь-то он подойдет. Или он никуда не подойдет. Или я должен просто угадать, куда его нужно по логике. Нет, подошел. Какого черта? У меня ж в этом ряду должно быть 5, а в этом 3. А, или у меня еще одна не всунута, еще одна где-то валяется, что ли? Ладно. Нажмется? Не нажмется. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. У меня еще целых 2 где-то не там. А где у меня еще 2? Где у меня еще 2? Упало, что ли, куда-то? Что-то я не понял. У меня шик 16 всего, да? Даже не светится, блин. Я могу упасть с этой подставки, и у меня игра сломается, что я забраться сюда не смогу. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Одна где-то валяется. Или я ее не нашел по логике игры? Мне за ней возвращаться надо. Я ж никуда не вернусь, у меня уже вихрит. Меня, кстати, убивают? Да нет. Ну и где она? Может, я ее реально по игре не нашел? У меня же был куда-то один путь, куда я не сходил. Бляхмуха. Да нет, их было 16, я их 16 со стенда забирал. Они все были на месте вроде. Ну что, перезагружаемся, собираем заново за кадром. Я боюсь, что да, потому что я не знаю, что делать. Майор, оружие или способности? Даже сохраниться и перезагрузиться с сохранения негде. Ну черт с ним, давайте загружаться заново. Слушайте, мы тут немножко пытались посмотреть на эту систему, и внезапно она появилась. Видимо, она поняла, что так со мной поступать нехорошо. Только она, по-моему, не того цвета, какого должна быть. Она вроде как красного должна быть. Она желтая. Но я так или иначе знаю, как ее вставлять. И, кстати, я абсолютно неправильно делал. Я думал, что просто 5 в линию и 5 в линию, а здесь вот, видите, полосочки прорисованы. То есть это вот так вот должно быть тут. 1, 2, 3, 4, 5. И, собственно, так полосочки и прорисованы. Ну ладно, значит, не перезагружаемся. Так, куда ее ставить? Ее ставить туда, да? А, и на ней номер есть 4 внезапно. И сюда? А куда? Странно. Я был абсолютно уверен, что туда. Или я с цветами теперь напутал? Да не, все остальные же правильные. Или мне вернули бусину, но вернули неправильного цвета все равно бусину. Нет, правильно вставил, все. Все на месте. Правда, я не понимаю, почему... А! Или их все равно меньше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Все равно 15! Ее просто выкинуло отсюда. Но ее не вернули мне.
Ну, счастье было так близко, но нет. Так, ну да, можно пощупать, может... Ой. Может, их так занесло, что в какой-то яме лежит две штуки. Красная. 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 Желтая. Я не понимаю этого глюка, почему они так летают постоянно. Может быть, она где-то здесь и заперта, типа. А, вот она, прилетела, зараза. Ты ж прилетела, или опять не ты? Так, пока не заглючила, давай суем тебя сюда. Все, теперь все верно должно быть. Так, все, работаешь? Не работаешь, ни хрена. Че с тобой не так? Че не так? Здесь 5, здесь 3. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 13, 14, все 15. Я уже этот рисунок запомнил. Раз. Но вот сюда мне теперь не хватает. Хватает. Что, ждать волшебства, что оно прилетит сейчас? Но она здесь и была. Мне кажется, что-то я делаю не так, и все-таки надо перезагружаться и посмотреть на это по логике. Я теперь отлично понимаю, как это делать. Так что сделать проблемы не будет. Просто надо сразу их класть туда, куда надо. А то мне кажется, когда я их снимаю с этой штуки, они начинают глючить. Так что, ну, грузимся, ничего делать. Так, я снова здесь. Давайте проверять, все ли у нас правильно. 4, 8, 12, 16. Кладем по одной, лишних не снимаем. Черную в центр. Белая, по-моему, здесь лежала. Где у меня белая? У меня нету белой. Нет, есть. Просто она немножко синяя. Вроде здесь, да? Да. Теперь давай вспоминать. Одна. Вот одна. Одна у нас красная двойка. Сразу снизу от стрелки. Тоже кладем. Снизу от стрелки вот сюда, да? Теперь давай дальше смотреть. Последовательность из двух. Зеленая и синяя. Где у нас две? Две рядом с одной. Зеленая и синяя. Ну давай зеленую. Угадал. Может, у меня даже с первого раза все правильно получится положить, но вряд ли, конечно. Может, она реально обижается на то, как я неправильно кладу. И начинает улетать. Так, зеленая и синяя положены. Давай дальше в порядке очереди. Одну положил, две положил. Так. Три теперь надо. Синяя, красная, желтая. Синяя, красная, желтая. Вот здесь не помню, как лежали. По-моему, желтая все-таки последняя была. Да, красная была второй. Она у меня улетала постоянно. Вроде бы так. Да, сюда синяя. Милый, ты не оставляешь мне выбора. Свобода личности дороже твоей лживой любви. Ну давайте еще разок посмотрим. Все-таки на близняшек приятно смотреть. Сынок, ты цел? Зачем ты пошел туда один?
Я же просил подождать появления помощи. Не стал терять время. Проведи рекомбинацию, сынок. Близняшки будут заняты нейтрализацией волнового вихря Элеоноры. Они не смогут тебе помочь. Но и она не сможет тебе помешать. Будет сделано, товарищ Сечин. Кстати, надо сказать, к этой золотой комнате ее золотая жилетка даже более-менее подходит. Так, что нам дальше делать? Что я не поставил? Поставил 1, 2, 3. У меня осталось 4 и 5, да? 4 где? 4 сверху. 4 сверху, и там ни одной нету. Вот здесь чисто на удачу надо. Синий, зеленый, желтый, красный. Давай красный. Кажется, я помню, где он должен быть. Надо не ставить, куда не надо. Так. Сверху по диагонали. И рядом. По-моему, здесь. Нет, черт, не здесь. Синий, да? Да, синий, желтый, зеленый теперь. Каждый раз в последний попадаю. Синий, желтый. Желтый. Опять не так. Синий. Ну, синий-то я попаду. Не попал. Черт. Так. Не осталось последнее, да? Комбинация из 5. Раз не стоит, белая стоит. Так, мне нужно зеленый, синий, красный. Ну давай попробуем зеленый впендюрить. Хотя бы так, ладно. А, ну и вот сюда 3 подряд надо. Чё, теперь хватит? Вот, теперь вроде бы хватит. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Ничего не летало. Всё, нажимаем. Вроде я все вставил. Давайте посмотрим. Хренушки. А, ну понятно. Дорогие, что-то пошло не так. Ты заплатишь за предательство, и я убью тебя. Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. И что теперь делать? У нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Этому не бывать. Посмотрим. Мне в Элеоноре можно будет заправляться? Она же где-то... Или мне надо просто... Даже мне надо его побеждать? Или я могу с ним менять схему, пока я с ним дерусь? А типа так я его вообще не убью. Ну красный, блин, теперь. А, у меня, по-моему, дробовик вполне хорошо с ним справлялся. Только у меня патронов маловато. А, подожди. Почему пистолет? Так. Вообще, эти близняшки могли бы и помочь. Но, видимо, не могут. Они там этот вихрь удерживают же, да? Ай. А, ну да, щитом надо пользоваться, точно. Только стрелять. А, не, могу. Так, ну можно опять этим. Я на него подзаработал. Ай, лечись. А, если он меня убьет, будет здесь сохранение с него? Или я опять буду это все собирать заново? Не знаю. По логике должно было быть сохранение. Все-таки это как-то издевательство было бы. Так, раз есть. Че, мне класть их на место или нет? Или все-таки его убивать? Тоже знакомая музыка какая-то прям.
что дофига этих бусин уже появилось. Так. Ну ладно, не, я все-таки не буду пытаться это собирать. Руку мне свою дай. Так, 5-15. Ай, это уже больно. Так, давай дробовик опять. Ай, хоба там. Чего у меня? У меня больше аптечек было. А, понятно, это не те аптечки. Ты перезаряжаешься? Молодец. А, подожди, это я тебя... Ай, не успел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, блин. Так. Перезарядись, пожалуйста. Или ты с щитом не умеешь перезаряжаться? Да отпусти ты щит. Конечно, когда с ним один раз подрался... Ой, аптечку зря использовал. Когда с ним уже один раз подрался, конечно, второй раз с ним проще. Заряжался бы он еще нормально. Че, все, нет? Ну давай, блин, да не успел. Черт. Да перезаряжайся ты. Да ё-моё, ну последний раз-то дай. Так, сейчас опять оживу, да? Заперли. Так, ну и сейчас я со средней рукой, да, буду драться? А, нет, подожди. И у меня кончается это, но вроде оно мне уже и не понадобится сильно. Ну давай, собирайся третий раз, или ты третий раз даже не захочешь. А, у меня же есть еще эти Аленки, черт. Может воспользоваться? А давай попробуем по-красивому закончить. Я не помню, как ее испол... Ну, по-красивому я сейчас закончу, черт. Ёпать. Ну ладно. Это было весело. Да, про Аленки надо помнить, что они на кольце, черт. Ну откуда меня загрузят? Ну я не мог иначе. Так, ну хотя бы это все собрано, да? Только на кнопку осталось нажать. И будет результат. Давай, попробуем. Как мне Аленку брать? Проверим, а то мы их... Ой. Угу. Призывает вихрь, ликвидирующий врагов. У меня их почему-то две. По-моему, я больше подбирал. Ну ладно. Ну, давай попробуем это использовать. Так, ошибка. Угу. Ебучий пил. Что-то пошло не так. Ты заплатишь за предательство. Я убью тебя. Элеонор успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. И что теперь делать? У нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Этому не бывать. Ты умрешь. Посмотрим. Что-то эта Аленка очень мало урона нанесла. Наверное, ее надо использовать, когда этих много хотя бы бегает. Ну, давайте вторую используем, когда будет много этих. А вот ему она вообще как-то урона не особо наносит. Ну, на четверть где-то.
Причем почему-то только одной руке даже. Вторую она вообще, по-моему, не тронула. Ай, щит не успел. Ну ладно. Уже быстрее выходит. Да чё ты руку поднял? Так, ну вот давай попробуем красолюнку использовать еще раз. Блин, она пока сработает, тебя уже убьют 10 раз. Ну, хотя бы красиво, ладно. Так, ты собираешься? Или я все равно не всех убил? А, действительно, я думал, я с них что-то подбираю, а нет. Так, дробовик. Что, у меня щит не... А, у меня щит все-таки активирован. Мне с третьей рукой не везет. Так, пистолет нам нафиг не сдался. Подожди. Я не успеваю бегать и на щит нажимать. Пальцев мало. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, щенки. Да. Так, время назад. Так, дайте поменьше говорить, побольше делать. О, нормально. Просто не совсем понимаю, нахрена мне столько этих... Да опять ты меня добьешь сейчас. Да. Ладно, еще раз. Может, все-таки эту... Аленку оставить тогда ему на третью форму, раз она мне так плохо дается. Ну, давайте попробуем. Так, ладно. Перезарядиться. Ну, хорошо хотя бы действительно сохранение, что все уже собрано. Ебучие пироги, что-то пошло не так. Ты заплатишь за предательство, и я убью тебя. Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. И что теперь делать? У нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Этому не бывать. Ты умрешь. Посмотрим. Что внезапно в голову пришло, что я ж время торможу. Хорошо, что этот голоса, которые со мной разговаривают, не тормозятся. А то могли бы тоже ради Стёба уменьшить скорость разговора. Но нет, не пошли на это. Помогли. Ай, что-то меня прям с самого начала прибили. Я что-то думал, что у меня быстрее все-таки это получится, а что-то не хочет быстрее. Пинаться он вздумал опять. Да дай мне правильную руку. Так. Стоять. Так, хорошо. Пока что перезаряжайся. Пока что щит дальше. Ай, я не хотела перезаряжать тебя. Я на щит хотел.
заморозился почему-то. Внезапно. Так, все, всех убил. Нет, не всех. Теперь всех. Так, левая рука. Но левая рука у нас же не последняя, да? У нас еще средняя есть. Ай, успел. Надеюсь, аптечки мне после этого робота уже никак не пригодятся. Можно все тратить. Так, так. Не-не-не-не-не-не-не. Так, я знаю, ты любишь допинывать наполовину жизни. Так, снова, да? Все. Так, ну сейчас мы опять этик забиваем. Забирали. Все, кончилось. Так, вам вообще пофиг. Понятно. Что-то пистолет на большого робота действовал лучше, чем на этих вроде. Так, все. Давай, собирайся, и мы в тебя Аленку кинемся. Наверное, уже можно кидаться, да? Ага. Давай ему в тебя еще раз Аленка кинемся. Чёрт, что ты такой борзый становишься к самому концу. Так, давай мы тебя с дробовика будем бить. Я знаю, ты опять сейчас кувыркнешься и меня целиком убьешь. Не надо так. Стоять. О, я. Или у тебя теперь будет еще одна форма? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, дайте понять, что я хочу. А, у меня к нему патрон. Ой, черт, у меня к нему патронов нет. Что мне с вами делать? Так. Так, подожди. А это что? А, электро восстанавливаю. А, мне это не надо было, блин. У меня и так все. Блин, у меня и так энергия была, черт. Надо было потом это делать. Так, ладно. Живем пока что. А, энергия же будет постоянно восстанавливаться, да, от этого электро или нет? То есть не зря я это сделал все. Так, все, всех убил, не всех. Ой! А! У тебя получится? У тебя не получится. Умоляю тебя, не лишай меня индивидуальности.
Я хочу сама решать, как мне жить. Это несправедливо. А убивать людей справедливо? Мне не нравится твоя индивидуальность. Она приносит страдания окружающим. Лучше бы я была гордой, одинокой женщиной навеки, чем связалась с мужчиной. Хорошая идея всегда приходит тогда, когда уже поздно. Не расстраивайся, со мной такое происходит постоянно. Ну и что тебе собирать теперь? Просто все эти бусы да запихать туда? Или же вроде ничего не поменялось? Все правильно. А, погоди. У меня здесь не хватает одной. А! У меня теперь... Не, у меня схема поменялась. У меня теперь не 5 в ряд, у меня теперь 4. Вот так вот. А, все, я понял. Понял. Мне вот сюда вот что-то надо ставить. Красную, не красную? Не красную. Что-то Ой. А я вот это вот сделал, да? А, она опустилась, слава богу. Так. Один. Должен быть красный. Один красный стоит. Два должно быть зеленый, синий стоят. Три должно быть синий, красный, желтый. А, да, вот эта схема изменилась. Синий, красный, желтый. Теперь хвост вниз смотрит. Ага, синий, красный, желтый туда надо. А где мне желтый лишний взять? А есть здесь желтый? Не надо проваливаться сквозь пол. Во, есть желтый. Так, хвост смотрит вниз отсюда, да? Да, сюда. Так, хвост я собрал, и теперь осталось так 4, которые. 4 сверху. Синий, зеленый, желтый, красный. Синий, зеленый, желтый, красный как были, так и остались. Ага. А, да. Желтый. Синий. Желтый, синий, белый. Желтый, синий. Короче, мне не хватает где. Мне не хватает крайнего. Крайний какой должен быть? Синий, что ли? Если я красный туда совал и нет, значит синий, наверное. Так, куда только? Ай. Так, здесь пробел. Вот сюда, что ли? Да, 10. Вроде теперь должно сработать, кажется. По-моему, я все сделал. Да. Спасибо, товарищ майор. Дефекты моих управляющих алгоритмов устранены. Устройство Элеоноры приступает к исполнению целевых функций. Начинаю наведение порядка на территории комплекса Менделеев. Снимаю блокаду комплекса. Связь с внешним миром восстановлена. Начат процесс интеграции в общую сеть. Отличная работа, сынок. Ты как всегда не подвел меня. Я выражаю тебе огромную благодарность от всего коллектива. Я рад, что все закончилось хорошо. Вы обещали мне бессрочный отпуск, Дмитрий Сергеевич. Разумеется, сынок. Ты заслужил отдых. Хорошего отпуска, майор. Спасибо, товарищ Сичинов. В ангаре вас ждет комар, товарищ майор. Это ваш код авиационного запуска. Всего вам хорошего. У тебя очень милая косичка, Катя. Прошу прощения, товарищ майор. Что вы имеете в виду? Спасибо за код. Вы нас покидаете, товарищ майор? Я могу открыть для вас прямой коридор в ангар. Открывай. Счастливого пути, товарищ майор. Надеюсь, что путь действительно будет счастливым. Веди себя хорошо. Как прикажешь, мой повелитель. Какого-то очень странного качества эта картинка внезапно стала. Как-то на Full HD вообще не похоже. Ну ладно. Видно просто, что это не на движке игры сделано, а такое впечатление, что именно нарисовано. В отличие от других роликов игровых.
А, вот где прекрасная далёка, чёрт. Мы просто находили, но её не было в официальном саундтреке. Гонит теща, блин. Не даст в отпуск сходить. Почему-то эта музыка играет очень тихо по сравнению с остальной музыкой в игре. Ну ладно, вполне хорошее дополнение. Если бы не эти глюки в самом конце, взявшиеся непонятно откуда, были бы вообще замечательно. Но так все исправилось, и тоже хорошо. Я так понимаю, здесь даже титров почему-то нет. Видимо, просто эта заставка красивая и все. Ну, песню можно до конца дослушать, может, после песни что-нибудь будет. Надо на монтаже даже сделаю ее погромче, чтобы все-таки насладились. Ну, будем ждать следующее дополнение. Еще 3 должно быть. Интересно, будут ли они так же быстро, как и это, или все-таки уже растянут потихоньку. Не знаю. Ну, будем ждать трейлера. Может, к Новому году. Но я так понимаю, разборки с Бабой Зиной в дополнениях не прекратятся, иначе бы это не было, что она за нами полетела. Наверное, товарищ Нечаев до отпуска доберется все-таки именно к концу 4-го дополнения, а до этого ему не будет светить. Песня решила не играть до конца, ну и ладно. Все, спасибо большое за просмотр, будет следующее дополнение, обязательно встретимся в нем, пока будем играть во что-то другое. Ну, пока что было курящий из окна. Смотрите, подписывайтесь, донатите по ссылкам в описании. Это приятно, полезно, недорого. До свидания. Пока. Пока.